Браво, браво! Давайте дальше, друзья. Танцуем вместе. Опа! Давайте, давайте. Вас не слышно! Очередной комы, а мы спорили, кто первыми поженится, Круз и Иден или Мейсон и Джулия. Дети и подростки осваивали приставку Дэнди, обменивались картриджами с танчиками и Марио, а каждое воскресенье в 17:00 мы смотрели час Диснея по телеку. Обычно в это время был телевизор «Горизонт». Родители коротали время за сериалами и фильмами. «Твин Пикс», «Друзья», «Беверли Хиллз», «Элен и ребята», «Секретные материалы». Или отправлялись в видеосалон смотреть боевики со Шварценеггером или Эммануэль с гнусавым переводом. Но пока первенство держали отечественные фильмы. «Особенности национальной охоты», «Страна глухих», «Брат», «Ширли-мырли». На Дерибасовской хорошая погода, а на Брайтон-Бич опять идут дожди. Я уверена, вы все смотрели эти фильмы, так? И сериалы. А для вас поет народный вокальный ансамбль «Добрыня» и образцовый ансамбль «Фьюжн». Встречайте!